1.0 пуск. Ну что тут у нас, посылочка пришла, короче, с дюдиплеером. Сейчас мы узнаем, что там за хрень. Вскрытие покажет. Да. Вот, кстати, повреждение для покупателей, если что. Ну да. Это не моя работа. Да. Наша почта играла в футбол очередной. Что-то китайцы сэкономили здесь. Могли побольше этой хрени бросить. Пузырчатые. Сейчас вскроем, посмотрим, может там. Края замяты, бля. Шлак. Ладно. Главное, чтобы тело было цело. Еще кого еще несет? Ну, вот не вовремя тебе набрали. Это можно пихалочку. Офигеть. Перезвонишь. Так, да. Сейчас план был заглушить. Ладно. Че ты там фапаешь? Да, блин, не хотел резать упаковку. Давай, тяну. Собственно, вот рождается плеер. О, тут ручка-то все как козырно оказывается. Дядя Сережа будет рад. Даже эти не разграбили, оказывается. Ну что, вот, собственно, ну, вот плеер, что тут, коробочка. Что там написано? 13 дюймов, как ты хотел. Вот. А, 13.1. Да. Что, дальше вскрываем? Что, распаковываем, смотрим. Давай, давай, давай. Что там вообще, китайцы не обули упаковочку-то эту? О, видишь, как красиво все. Можно вообще с балкона скидывать. Ну, ничего не будет. Так, так не говори. Басал, я такую упаковку первый раз вижу. Дай-ка. Но ты даже так не пакуй. Не говори-ка. Уж тебя китайцы радуют. Блин, кто там сбыл-то, а? Все, заглохло. Ну что, как там открывать его? Еще первый раз. Не знаю даже. Это так что? О! Че, пуск? Блин, а аккумулятор? Не знаю. Я не в курсе. По-моему, его надо подключать. Взять перезвонки? Да. Не можешь его сбросить? Я сбрасываю. И выключаю обзор, или продолжить обзор. Что-то у меня... Всё.